Так, отлично. Наверное, благодаря этой формуле я смогу создать еще новые костюмы. Просто офигенно, так загружаем. Так, о, ребята, всем привет, с вами снова я, Твикли, и мы продолжаем тестировать различные крутые костюмы супергероев в Майнкрафте, дорогие друзья. Как вы помните, я говорил то, что я буду менять свое, так сказать, место расположения в лаборатории. Вот то, что... Ну, в общем, короче говоря, я вам сказал то, что перенесу свою лабораторию. Вот, ребят, но я этого не сделал, и я решил остаться в этой лаборатории, потому что она вам очень нравится, вы мне сами это писали, и просто ее постепенно расширять. Вот, как видите, я уже добавил два места, точнее, даже четыре места для новых костюмов, вот, ребят. И сегодня, как вы поняли по названию этого видеоролика, мы будем тестировать костюм Капитана Америки. Да, ребята, вы меня много раз просили протестировать этот костюм, ребята, и поэтому именно сегодня мы будем тестировать этот замечательный костюм. И вы сейчас подумаете, почему его нет на вот этом вот стенде, ребята. Я вам отвечу, то что сегодня мы будем его крафтить, да, ребят, мы будем крафтить этот костюм. Я вам покажу, как я создаю эти костюмы в реальности, и, ребят, я вам покажу, как я сделаю его щит. Сейчас я уже возьму, наверное, материал, будем крафтить, и вы спросите, типа, что я делаю за компьютером, ребят. Я делал формулу для нового костюма, ребят. Но это секрет пока что, какой костюм делал. Он достаточно трудный в исполнении, поэтому, ребята, узнаете это, скорее всего, в следующем видео. Ребят, также, как вы заметили, у меня тут добавился вот такой вот верстак, такой и такой верстак, вот. Это два верстака для создания моих костюмов, ребят. Что ж, давайте уже начнем его создавать. И прежде, ребята, чем я это сделаю, вы поставите свой лайк. Ребят, я вам даю 5 секунд, и вы за это время должны успеть поставить свой лайк. Давайте, ребята, 1, 2, 3, 4, 5. Что ж, ребят, думаю, что вы успели поставить свой лайк. Если нет, то перемотайте видео, попробуйте еще раз, ребят. Что ж, давайте уже возьмем наши, так сказать, ингредиенты для костюма. И первое, это у нас будут вот такие вот, ребята, кристаллы. С помощью этих кристаллов мы создаем наши костюмы. Так, ребят, заходим в этот верстак. И здесь я уже пробовал создать другие костюмы. Так, у меня тут еще, оказывается, 28 этих кристаллов. В общем, ребят, закидываем наши 64 кристалла. И мы должны сейчас найти костюм Капитана Америки. Вот, ребят, костюм Капитана Америки. Как видите, тут очень много различных костюмов, ребята. Но я буду брать именно Капитана Америки. И мы просто берем, опа, 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 и ботиночки. И все, ребята, костюм уже у нас. Так, ставим его вот на этот стенд. И посмотрите, ребят, как он круто выглядит. Просто офигенно. Так, следующее, что мы сделаем, это, конечно же, щит Капитана Америки. Так. У нас тут остались наши кристаллики, давайте их сложим в сундук. Так, для этого нам понадобится белый вибраниумный диск, потом синий, два красных и одна плата из вибраниума. Заходим в обычный верстачок и ставим диски вот в таком вот расположении. И крафтим настоящий, ребята, настоящий щит Капитана Америки. Просто, ребят, посмотрите, как же он круто выглядит, это просто офигенно. Что ж, ребят, я думаю, то, что... стоит уже надеть наш костюмчик. Так вот его хоп-хоп-хоп-хоп-хоп надеваем, ребята, и мы выглядим теперь как настоящий Кэп, ребят. Что ж, ребят, а также попрошу вас написать в комментариях, смотрели ли вы фильм о Капитане Америке. Вообще, вот любой фильм, смотрели ли вы его. Ребят, напишите в комментариях, да или нет, и напишите название этого самого фильма. Допустим, это первый Мститель, там, или те же самые Мстители, или какой-то старый фильм Капитане Америки. В общем, ребят, напишите, мне будет очень интересно почитать. Что ж, вот мы уже принадели этот костюм. Как вы видите, ребят, мы уже очень быстро бегаем. Это благодаря спринту. Теперь мы бегаем, ну, где-то в два раза быстрее, чем, наверное, обычный Стив. Вот, ребят, посмотрите. Очень-очень мы быстро бегаем. Это, конечно, не сравнится с... к примеру, костюмами спидстеров, но тоже неплохо, ребят, тоже неплохо. Так, маску, к сожалению, я не могу снять, как на костюме Железного Человека, но, ребят, ничего. И давайте вот так мы сравним два костюма. Это костюм Кэпа и костюм Железного Человека. Вот так вот они выглядят, очень круто, ребята. Так, ну что ж, ребят, думаю, что нам стоит взять щит, потому что, как бы, Капитан Америка без своего щита, это уже не Капитан Америка, ребят. И вот, ребят, просто посмотрите, мы вот так вот круто выглядим со щитом. Если мы вот так вот его прячем, то у нас наверняка, да, ребят, он у нас наверняка будет на спине. Просто офигенно, ребят. Мы действительно выглядим как персонаж какого-то крутого фильма Капитане Америки. Просто, ребят, посмотрите, у нас вот такой вот офигенный щит, такая звезда. Просто, ребята, офигенно. Вот так можем делать, типа затимиться можем в Майнкрафте на Скайварсе, да? Или на какой-то другой мини-игре. В общем-то, ребят, просто офигенно. Мы вот так вот прыгаем еще очень высоко. Смотрите, я прыгаю и ударяюсь головой в потолок, потому что мы прыгаем наверняка очень-очень даже высоко. Что ж, ребят, думаю, уже стоит идти на улицу. Я протестирую этот костюм, сейчас побегаю в нем. Мы побьем различных мобов.
И думаю, то, что это вам понравится, потому что вы любите, когда тестируют различные костюмы. Итак, мы выходим. Там у нас как раз таки ночь. Сейчас я включу мобов. Пойдем немного их побьем. Если что, ребята, то я хочу... Опа, там бандиты. Бандиты, так. Ага, ой-ой. Здесь нас будет защищать? Да, ребят, нас щит защищает, посмотрите. Ну, так, с одного удара. Давай, стреляй. Ладно, побежали. Вот так вот, хыть. Офигенно, ребят. Щит нас защищает. И просто послушайте, какие звуки. Ладно, сейчас не было звуков. То есть у нас быстро достаточно регенерация идет. Вы слышали, какой звук, когда нас бьет зомби? Послушайте. Вот такой вот, слышите? Такой прикольненький достаточно. И мы с одного удара просто убиваем того зомби. Еще вот этого. Давайте теперь против эндермена пойдем. Получай, эндермен. Так. Вообще нам пофиг. Тихо. Так. Вот так вот мы хыть. Всех просто разносим. Вот так хыть. Три крипера, ребят. Нам на три крипера вообще пофиг. Так вот, на. Но вообще, ребят, пофиг. У нас очень жесткий щит. Главное, чтобы он не сломался. Так. Так. И, кстати, ребят, когда мобы бьют об наш щит, то они также получают урон. Посмотрите. То есть, вот посмотрите, сейчас меня, к примеру, ударит эндермен. Вот, смотрите, он меня ударил. И он, мне кажется, получает урон от нашего щита. Нет? Нет? А, он даже по нему попасть не может. Понятно. Ладно, давайте так его быстренько забьем. Так. И, ребята, у нас уже наступает утро. Блин, печально. Так. Надо этого убить эндермена. И там бандиты, ребята. Они прям возле моего дома. Какого фига? Прям возле моего дома. Они там сами себя стреляют. Черт. Так, отбиваем, ребята. Получай. Отлично, ребят. Что они делают возле моего дома? Какого фига? Ладно. Ой, крипер. Нет, только не взорви мой дом. Осторожно. Так, сюда иди. Так вот, хыть. Нет. Блин, испортил всю территорию мою. Говнюка. Придется все застраивать, ребят. Тут... Напишите в комментариях, любите ли вы криперов. Я вот их лично вообще ненавижу, этих криперов. Кто-то в меня опять стреляет, а ты задолбал. Ну да, попробуй меня убить. У меня щит очень крутой. Вот так, хыть. Отбиваем. Ну, ты будешь меня стрелять? Понятно, давайте его быстренько убьем, все. Так, посмотрите, сколько тут пистолетов валяется, этих бандитов. Слушайте, бандитов действительно очень много у нас распространилось. Это, ребят, реально плохо. И, ребят, у меня сейчас появилась такая идея. Как вам такое, то, что я щит возьму, заспауню куча свинозомби, ребята, мы будем драться со свинозомби. Так, ребята, я забрался на очень высокую гору, я заспаунил парочку свинозомби. Сейчас мы протестируем наш костюм на вот таких вот свинозомби. Давайте начинаем бить первого и ребят, давайте, погнали, битва началась. Так, отбиваем удар. Еще этих, так, получайте. С одного удара, еще с одного удара. Главное, чтобы меня не скинули с этой горы. Так, отлично, ребят, там еще свинозомби, так, побежали. Получай. Отлично, так, на. Отлично, ребят, просто жесть. Это у нас пока что разогрев будет. Так, осторожно. А, и жаль, что нельзя, правда, кидать щит, потому что... Если можно было бы кидать щит, это было бы намного круче. Так, вот, ребят. Думаю, что мы всех убили. Давайте мы сейчас заспауним кучу свинозомби. Я просто хочу посмотреть, как я с ними буду сражаться. Действительно, мне будет очень интересно. Так, заспаунили вот так вот свинозомби. Давайте еще немножечко для хардкора. Так вот, хоть. И давайте, ребят, бьем одного. И пипец полный творится, ребята, ё-моё. Просто жесть. Так, Капитан Америка против целой орды свинозомби. Так. Осторожно. Получайте. Так. Осторожно, меня сейчас могут скинуть. Так, отбегаем. Отступаем немножечко. Так, нам помогает наша регенерация, ребят. Это очень эпичный бой. Это самый эпичный бой на моем канале пока что. Так, получайте. Тут даже маленькие свинозомби есть. Честно, мы вообще никакого урона не получаем от них. Все на, ребята. Ой-ой-ой, я прям в толпе. Давай, Капитан Америка, спасай меня. Получай. Ребят, просто какая-то жесть, лютая жесть, ребят. Это нереально. Они очень сильные, но нормально. Я пока что вроде живую. Так, все, ребят, мы вроде всех разнесли. Да, ребят, слушайте, это было действительно очень жестко. Фух. Так, мой костюм вообще не испортился, кстати. И, ребята, они мне вообще мало хп сняли, но тот факт, то, что их было много, и то, что я еле как справился, ребята, это тоже дает о себе знать. Так, получайте такой свинозомби, вы меня достали уже. Они вообще, честно, какие-то слабые. Так, хоть. Все. Так. И давайте, ребят, мы еще немножечко заспауним их. Только я уже хочу с ними подраться внизу, потому что наверху мне уже надоело, тут снег пошел, и вообще как-то плохо.
Так, а тут, ребят, у нас дождь. Просто снег и дождь. Это Майнкрафт. Так, главное нам сейчас не разбиться. И сейчас посмотрим, как у нас костюм выдерживает прыжки с высоты. Прыгаем. Ну, так себе. И в меня опять кто-то стреляет. Какой-то засранец. Что ты в меня стреляешь, да? Ну, давай, кто на Америка сейчас тебе задаст жару. Пусть, получай. И так вот его просто офигенно. Так, давайте еще заспауним парочку свинозомби. Вот так вот. Ну, как парочку? 20 штук. Даже 22 штуки. Так, и погнали. Погнали. У нас достаточно мало хп осталось, потому что мы упали. Так, нас зажали. Нужно так поставить чит. Осторожно. Так, сейчас мы можем, кстати, погибнуть, потому что, блин. Ой, ребят, у нас мало хп, надо отступать. Жесть, я этого не предусмотрел как-то. Тихо. 3 хп осталось. Сейчас может быть 2 хп. Тихо. Так, осторожно. Жесть, ребят. Так. Получайте. Надо сейчас очень аккуратно драться. Ребят, 2 хп. 2 хп, так, осторожно. Вот, маленький зомби, а, засранцы. Ну, давайте, попробуйте ко мне подойти. Отлично, одного убили. Ребят, надеюсь, что звуки дождя вам не мешают, поэтому давайте сейчас сразу же сделаю потише. Вот так вот где-то. Отлично. Так, крыть, все. Ребят, надеюсь, что вам звуки дождя не мешали. Что ж, ребят, мы просто всех победили. Давайте еще поедим нашей еды. Вот так вот, да, сырой. О, точнее, гнилой. Так, и выкинем все эти вещи, потому что они мне нафиг не нужны. Так, все. И, ребята, вот так вот у нас, собственно, наш костюм справляется в боях. Достаточно неплохо. Да, достаточно неплохо. Это, конечно, не костюм. Не знаю, флеша, который просто себя идеально показал. Ну, я имею в виду кит флеша, который себя просто идеально показал в прошлом выпуске в борьбе с бандитами, когда мы останавливали их в городе. Но, ребят, тоже неплохо. В принципе, играть на этом костюме можно. Можно, в принципе, сражаться с мобами. И вообще, ребят, вот в любом из этих костюмов, точнее, в любом из этих костюмов можно драться, ребят. И там я еще вижу парочку бандитов. Давайте мы их также очистим, чтобы они на нашу деревню не нападали. Так, осторожно. Давайте, попробуйте мне пострелить. Так вот просто идем на них, и они нас пытаются попасть. Ну так, опа. Так, осторожно. Ай-яй-яй. Больно. Ай-яй. Так, и все. И вот так вот. Отлично, ребят. Все. Просто изи. Бандиты для нас просто ничто. Просто, да, ребята, они для нас ничто. И, ребята, думаю, то, что на этом уже стоит заканчивать. Ребят, пишите свои комментарии. Также не забывайте, ребят, ставить лайки, подписываться на мой канал. Вот, ребят. И, конечно же, нажимайте на колокольчик. Так вы будете узнавать о моих видео самыми первыми. На этом все, ребята. С вами был Твикли. Я не прощаюсь, я говорю вам до новых встреч, друзья.